сегодня был вариант, куда ехать. Группа поехала на гору Кулинкинскую. И вот один товарищ на гору Полоса. Зайдет с его лица день, и увидит он, что я прав, и подарит нам один день нарушений всех своих прав. Над облаками, поверх границ, ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц. Да, от меня к тебе. Сейчас выйдем на то место, где раньше был установлен знак. Вот там великий исток, путь к великому истоку. Сейчас этот знак уже испортился. Новый такой, красивый, на металлических столбах. На обратном пути поедем, надо будет посмотреть, где он стоит. По дороге встречается несколько бугров, пучения, причем многолетние такие. Есть поменьше, вот мы его проехали, есть большой, вот он. Там уже наверху даже деревья растут, он каждый год его вспучивает, он разливается. Там большая наледь намерзает, сейчас наверняка тоже есть. Это уже вершина. Практически перевал, сейчас пойдет спуск и отворот налево на гору. Но тут снега на самой верхушке хватало для того, чтобы цеплял поддон. Сейчас будет отворот, чуть пониже спустим. Вот здесь влево-слева гора Палас, ее не видать сейчас. Здесь лес повеселее, да? На саму гору я заезжать не буду, поскольку вроде как... Опа, зацепил все-таки чурку или камень. Вроде как решили, что не стоит на машинах забираться на гору, сделать надо лагерь внизу оборудовать. Сейчас попробую место выбрать и оборудовать. Все, вот начинается горельник, и отсюда пошел отворот налево. Сюда доезжает вахтовка с туристами на день, всемирный день воды, когда у нас бывает, день весеннего равнодействия. Все, вот он отворот. Тоже накатанный, да. Ну ладно, вот гора сама. Вот туда под вершинку и заедем. Дорогу именно по этой колее я прокладывал года 3-4 назад, я уже не помню. Но она уходила вот сюда и потом поднималась там на гору Паласа. Сейчас вот здесь как раз указатель повешали, что, ребята, давайте туда не ездить на машину. А лагерь будет вот здесь вот где-то внизу, прям под горой, да? Значит, походим, повыбираем. Деревьев нету, вот что плохо. Отсюда начинается подъем пеший. Кто-то даже пробовал, я вижу, на машине. Но это дело неблагодарное. Сейчас раз он туда в кусты утянет, и потом не выйдешь. Понятно, значит, надо вернуться назад, где-то площадочку сделать на ровном месте. На горе знак, где установлен. Вот он. А я привез и поставил. Вот здесь внизу, если сделать табор, там стоит уже железный очаг с крышкой, в котором можно разводить костер. Сейчас попробую. Сегодня-то тихо, поэтому тепло. Но всегда здесь дует ветры. Это же вершина, перевал между долинами двух ручьев. А вот там на горе они особо сильные. Когда народ собирается там и сидит, мерзнет. Здесь внизу все-таки потеплее. И ветер это господствующий вот с той стороны, если вот здесь натянуть стеночку. На двух жердях из рубероида даже. Будет великолепно. Вот и коллектив подтянулся. Пешее восхождение на гору Палас. Там где-то четвероногий маленький бегает. Его не видно. А, вот он.
Вот народ туда ушел по тропе. Чукча, а ты чё с ними не пошла? Чукча, чё не пошла-то? Эх ты! Когда 40, наверное, в дом забегают. Да? Если в доме вдвоём с ней, если мельнит за окном свет, если время прервало бег и надежды на апрель нет, если в комнате твоих ночь притаится в углах мрак. Нету сил прогнать его прочь. Позову, я расскажу, как можно заплатить полениц. Ветер снёс и понесёт перелётных птиц. Он бы нас с тобой отдал нам, но сойдет с его лица тень, и увидит он, что я прав, и подарит нам один день нарушений всех своих прав. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Возвращаемся назад. Вот как всегда у нас тут птички по дороге. Видно? Вот они. Две сидят. Одна сидела ближе, но потом перелетела. Ага, это я сказал, две, их там было куча. Теперь они улетели и стели где подальше. Штук шесть было, наверное. Вон там еще одна улетела. Участок трассы от ворот на Тосей построены. А внизу велодорожка. И загадочная остановка. Непонятно, для кого среди поля и болота остановка. И даже еще какое-то это место для отдыха с туалетом. И с мусорными баками. Ничего, как круто. Надо будет летом сюда заглянуть.